Маленький осколок. Он убивал человека просто. Куда бы ни попал, он все рвал.
это вопрос. В Мариуполе жило 500 тысяч населения. Да. Уехало где-то 1200, это короче. Кто в Грецию, кто в Германию, кто в Россию. Ну, короче, много уехало. Вы знаете, когда в 2014 году это все случилось у нас? В Одессе такое случилось это все. И потом 9 мая у нас все это случилось. Весь город пошел голосовать, что типа от Украины отделиться, отдать. Ну, в Донецком все это вместе будет. А потом Донецк нас не поддержал. Приехали украинские войска, тут все перебили, и все. И все. В 14-м мы, вот это когда, вот это восточный, когда вот это началось у нас. Восточный. И оно в 14-м году все случилось. И никто не знает, кто так и не доказали. УВД Мариуполя перебили, потом еще что-то они перебили. Там, ну, было короче, мало там. Там людей погибло у Юрского. Я целый день прикол тянул, в школу собиралась. Мама спала. Если бы я ее не разбудила, я бы в школу пошла. Были какие-то сирены? Нет, сирен в первый день не было. Да, они были редко вообще. Они были. Их просто сразу же все. Все. Сразу аэропорты постреляли, ПВО и сирены. Просто без предупреждения, прям сразу? Нет, ну как, они-то там знали между собой, наверное, или нет? Это я без понятия. Но с самого начала Россия поступила по-умному, то, что начала сразу постреливать аэропорты из-за антенн вот этих, потому что по ним можно все понять, и ПВОшки. Было аж в Мариуполе почти 500 000 человек или лям. А больше 600 тысяч было? Ну, вот 600 тысяч, да, было. И осталось 1100. Поубивало больше 75 тысяч человек. Это только официально? Да, это официально больше 75 тысяч поубивало. На мосте лежали вот так, голые вообще, тупо. Куча, так кого как скрутило. У меня бабушка вообще еле как уехала. С дедушкой 8 километров пешком ушел, тащила его на себе. На бытой Эре каталась, чеченцы подвозили. Рядом еще снаряд прилетел, она там улетела под девятиэтажку. Дедушка на коляске сидел. У меня просто от взрывов ноги отказали. Хотел идти вешаться, но снаряд прилетел, он испугался, прибежал в подвал. Сами за СО они хотели сдать в Мариуполь. Но потом он тоже прям лимозил. Они бы и не стреляли. Они вообще они бы так они попрятались бы, были. Флаг белый подняли бы спокойно, и все, 100%. То уже они такие же, как и мы, просто люди, они не виноваты. Я был в двух подвалах. В одном был в Вильнюсе, а сначала в обычном подвале, в доме. Они окружили тупо танками, ну, прятались под домом, жилым. К ним женщина подходит, он стоит, я к ней подхожу, с ней подхожу, он стоит вот так. Мы не сдадимся. Ну это мы не сдадимся, короче. Убитые чем-то вообще, им там, я не знаю, что они жрали. Стоп, а где клавиши? У него где-то клавиши. А ну давай тебе перчаточка. Вот тут здесь интервью можно брать. Конечно, хорошо, что теперь тут Россия, но плохо, что разбито. И все время не... Тебе просто страшно заходить, да? Все, вот там умрем вместе, пошли. Смотрите, сам подойдет. Вон он, мой дом, глянем вот сюда. А вон мой дом, вон он.
А если завтра, ну, типа, мы не знали, что будет получаться. Думали, вот если завтра, то если завтра, может быть, сделаем, если оно вообще наступит. Давайте я возьму трубочку. А что про батальон Азов? Если бы мы не попали, мы бы уже с вами не говорили. На кого? Они были жесткие прям? Ну, типа, жесткие. Если бы хоть что-то им хоть слово сказать. Чем они были жесткие? Они жестокие были. Да. Они вот так заходили, в квартиру вышли. Не посрать, где похер было вообще. Ну, все, пока. Тут в подъезд. Да, людей они выгоняли. А именно они прятались. Решили, чтобы людей 100% сюда не выводили с города. Почему молились? 100% молились. Так они за нами прятались. Да. Они специально, чем больше людей в городе, тем лучше пускай. Больше умрут, чтобы больше дать этим потом, ну... А вас застали, они просидели, только потому что у них наркоты была куча. Фена и всего остального. Они надурманили, все, сидят, кайфы ловят. Поэтому они там долго и прожили. Вы их видели? Ну-ка, прям близко. Кого, азовцев? Не, ну, может, и видел, ну, как их поймать? Мы проходим, вот по проспекту, где мы с вами сейчас ходили, едут они на машине, а украинские ВСУшники, они вдоль домов стоят, все так перепуганные, потому что уже подходил ДНР, а мы в тот день как раз уходили уже отсюда. Танки ставили к дому. Ой, тут у Женечка под домом. Они еще, знаете, что сделали с этим вообще мразью? Заезжали во двор с танка, пару выстрелов сделали и уехали, а туда потом летит снаряд, думая, что они там стоят. И вот так вот по каждому... По-русски, а русские били на точку, откуда прилетело. А они оттуда уже уезжали, и, получается, они били по жилым домам, да. Ну, куда попало. Сами этого не знают. Получается, украинская армия начала отступать, и в этот момент она такие взаимодействия... Нет, она вот подошла, выстрелила, уехала. Это было не перед тем, как они отступали. Ну, видите, как Херсон. Когда они отступали, они просто уезжали. Типа, Россия, это самое, говорит, типа, ну, не может территорию сейчас защитить. Говорит, так, народ, собирайте, пакуйте вещи, и ну, чемодан, вокзал, там, Россия. Вот, кто захотел, уехал. Если тут был такой выбор, было бы другое дело. А тут нет, всех замуровали полностью. Ладно. У нас одежда одно и то же кругом продается. Мы хотели куртку зимнюю купить, поехали в один магазин. 4 вида кот, а как у Максима Федишин вот это в цветочках, вот то как у меня, вот, вот, вот такая. Все однотипное. Ага, все однотипное сейчас в этом плане. Да не, нормально вообще, мне память все. Что шиковать. Много людей после войны пооткрывали да. Магазин. Типа них и все. Получается, они, потому что, ну, они брали любой магазин. Все, любой какой. Сбрендилось, взяли ЧП, оформили все. Но это, скорее всего, не удобно. Не оформили, позолосились, да. Нет, там сейчас... есть владельцы, у которых можно снять магазин. Да, эти удивляются владельцы. Квартиру ж можно магазин. Заселиться. Там сколько, 2 или 4 года, и все. Я переписать ее на себя. Я хочу машину. Ай-8. И открыть свой бизнес. А какой бизнес? А вот Меркурий напротив. Рыба будет продавать. Магазин с техникой. Просто магазин с техникой. Вообще точку. Ну, много точек. Хватит меня как-то. Просто техника это одно самое продвинутое. Что мне торгует? Рыбой торгует. Ходить вонять? Я уже навонялся. Да вдвоем откройте, это же бизнес-партнер. Мы с ним будем. Или вы втроем откроете. Или мы от мамы перепадет магазин, но мы там раскрутим. Единственное, что не делать.
просто Донбасс. Идите, ищите все. А? Продается вот. Да. Самое смешное было, это когда я по всему складу ходила и орала, где прокладки для мамы и тети. Ой, да. Не, у меня ж малой был еще, я туда забегал сразу, когда в мыльно-рыльное памперсы ему искал. И вот еще нашел там одноразовую посуду. Нашел два это, освежителя воздуха, а второй оказалось антипыль. Утро начиналось с костра. Вначале за водой, потом костер. Я помню, как на складах бомбило. А потому что на правом берегу, получается, склады, речка, ну буквально... 10 метров. Ну, еще 10 метров до забора, и вот там бомбят, самолет летит. А ты находишься в огромном помещении за вот такой вот дверью, и ты не знаешь, куда оно прилетит, в склад или в завод. Он просто летит, и все. Вот, а завод там ты что, ну... Так, там же ж можно снимать, мы ездили завод снимать. Так сильно получил. Ну, если вы смотрели, конечно. Так завод огромный, от левого до нас идет, ты прикинь. Там еще вот эти ходы... Я вообще видел чувака, которого собаки доедали. А там жрать много было. Он толстый. Да, и собак куча было пожрать. Это было страшно, наоборот, от собак. Потому что они попробовали плоть человека, поняли запах. И могли даже, вот ты тупо идешь, и все, накинулись на тебя. И съели. Что им тоже жрать охота. На Нептуне, аж возле папуши дома вообще куча костей было собачек. Тупо брали собак, жрали, походу. И собаки, и людей так же. Ну а что людям было делать? Это Саша, я вам перезвоню, я занят сейчас просто. В итоге ребята Деда Мороза не оказалось дома. Видимо, он куда-то пошел либо гулять, либо, может, там под дрова, не знаю, или в магазин. В итоге мы его решили не дожидаться. Неизвестно, сколько мы... О! Ой, волонтеры. Дед Мозай! А мы думали, вас дома нет уже. Не-не-не, дома все нормально. Мне трудно было первые дни. Очень трудно. Потому что воды не было. Ходили куда мы, там, в колодец. Со всех сторон, ну, лупили. Я не видел по шевронам, кто лупил, но еще укропы были. Понимаешь, в чем дело? И вот, значит, пригинались и в колодец залазили, брали водичку. Ну, а у меня еще проблема была не только себе воды, а и козочкам. Ну, можешь себе представить, ну, у меня их 16 было. Ну, а потом осталось, в данный момент сейчас 6. Ну, всего хватает, все. Где, может... Эти, ну, чеченцы скушали козлят там, где, что, ну, вот так. В подвале сидели, бабушка там сидела, соседка, ну, человек 5, 4 это точно. Я не залазил туда, я в крайней спальне там был, ну, еще пока чуть-чуть целое было.
Ну, вот, Бог его знает, трудно сказать. Ну, живой остался. И ночью уже до предела во всех нервы были расшатаны. И посовещались, они приняли решение уходить на Ростов. Вот так. Ну и ушли. Ну, это уже здесь ДНР был. ДНР. Почему? Потому что в завод загнали батальон Азов. Ну, как он был признанный, очень элитный батальон. Ну, загнали его туда. Значит, они, батальон Азов, они проникли по берегу моря, и в Азовсталь, в завод. Ну, а с этой стороны уже тут ДНР. У меня другой альтернативы не было. Почему? Потому что я с козочками был. И куда я с ними пойду? Никуда. Единственное. Ну, а так, если бы я был без хозяйства, ну, отпетлял бы, как и все. Ушел. Ну, и вот Гера, где-то коричневая коза, я за ней посматривал. Вот прилет, хлопок, взрыв. Она хоп, вот туда побежала. Отбежала, на ее место опять прилет был. Ну, Бог его знает. У животных, может, чуйка какая-то была. На утро, а я ж все время дислокацию менял свою. Там, значит, заснул, там. А потом самая последняя фишка была. Это не мой дом, это соседский. Мой полностью разбитый рядом. Я не пойму, но живой, все нормально. Меня вместе с рамой выбросило на забор. А выбросило за счет чего? Вон там, посмотрите, вот там был прилет. Ну, как ее называют, точка У, да? Есть такое выражение? Да. У меня куда не пойдешь? А где паспорт? А где это? А где то? А, паспорта нету. Не, ну, сгорело. Вот. Но ничего, я не ропчу на этот предмет, понимаешь? Да, я понял. Я из-за чего я подготовленный? Ну, как вот ей говорят, умеренность – это союзник природы. Только умеренный человек способен предвосхищать. Если он способен предвосхищать, он способен преуспевать. Если он преуспевающий, он подготовленный и сильный, как вся Вселенная. Почему? Я прочел Антона Павловича Чехова «Сибирь, Сахалин», 905 год. Как там люди выживали? Представь, это не Мариуполь, а это Сахалин. Ну и обобщая весь этот опыт, Выживаю. И не ропчу. А самое главное, чтобы было присутствие духа. Молодцы! Thank you.
какое желание бы ты загадал, если бы знал, что оно точно сбудется, и даже если это невозможно? Ну, чтобы война прекратилась просто. Только это пока хочу. Я хочу, чтобы это, ну, тут все было нормально, лучше, чем в Москве. Ты не был еще в Москве. Поедем в Москву, посмотришь. А ты? Какое бы ты желание загадал? Первое, чтобы война закончилась. Второе, что, ну, получается, украинцы и русские, вот в Украине сейчас вот церковь набята, получается, православную, вот, чтобы церкви эти соединились и народ соединился.